Столько взрослых людей с игрушками встретишь нечасто. В молодежном центре НУР состоялся 4-й ежегодный слет автомоделистов. Причем приняли участие в выставке не только собиратели маленьких машин, но также самолетов, танков, кораблей и даже роботов из компьютерных игр или фантазии автора. В набережные Челны прибыли мастера масштабных моделей из разных уголков России. Одни готовы были тут же продать представленные экземпляры, другие приехали, как говорится, себя показать, да и других посмотреть. Собственно, им слово. В танковых войсках служил танкистом. Хотел остаться в армии, тогда не получилось. Вот в 90-е годы. И вот пошел как-то, купил. Дай попробую, на каком служил, это 72. И все, и затянуло. Сначала учился так, по чуть-чуть клеить, а потом уже интересно стало, уже стал заниматься более так серьезно, стал книжки изучать, литературу, и уже как-то само собой в увлечение вошло, и теперь уже, можно сказать, вторая жизнь. Спецтехника – это моя. Мне это нравится. Чтобы сделать модель этого экскаватора, я просмотрел 7000 фотографий. Чтобы каждую деталь рассмотреть, спроектировать, рассчитать. Она полностью рабочая, то есть все оборудование функционирует. Вот. И передний ковш поднимается, лапы. То есть получается так, что я как бы в детстве не наигрался, сейчас продолжается все это. Грузовые машины собираем. КРАЗы, МАЗы, КАМАЗы. В основном, конечно, да, КАМАЗы. Мы патриоты Татарстана. Берется обычная пластина латунная, вырезается необходимая деталь, соответственно, все это собирается, паяется. Ну и в конечном итоге получается готовый образец. Модель «Урал» мне очень нравится. Уральского автозавода города Миас – это все моя тема, скажем так. И начиная с 1944 года у них большой модельный ряд, и начиная вот прям с Урал ЗИС 5, 5В, и стараюсь собрать все. Посмотрел фильм тоже «Трансформеры», а поскольку, ну, как бы по фильму, такие роботы, они на нашей, как бы, планете по фильму, они с давних времен появляются, я подумал, почему, например, не могло быть такого случиться, что во времена Второй мировой войны такой тоже мог появиться среди людей. Вот я решил как бы своей фантазией, своим оплотом сделать вот такой вот вариант. Это 4-й, теперь уже традиционный слет. Проводим мы его каждую последнюю субботу марта, каждый год. Вот. Приглашаем всех любителей масштабных моделей, вообще любителей автомобилей.